Видели? Все, российская техника на мосту. Прут колонны. Рюпинский мост, ведутся боевые действия. Идут в область, в сторону площади Цюрюпы. Ух ты, их много, ребята. Мы не боимся, поддержите нас, мы с вами. Херсон, это Украина. Херсон, Украина. Домой, домой. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Слава Україні! Героям слава! Скоро поїду в Херсон, а потім за ним. Маю тобі, обіцяю, це буде наш Крим. Як обстоять дела сейчас? Товарищ міністр оборони, всесторонне оцінив сложившуюся ситуацію, предлагається зайняти оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.